Всем привет, с вами канал Максим Мобайл, третья часть видео о том, как идут игры на смартфоне Lenovo A6010. Начнем мы смотреть с Real Racing 3. Запускаем, оцениваем скорость загрузки, геймплей, графику. Вот, ждем, пока загрузится Real Racing. Вот запустилось. Обратите внимание, что нет отображения в зеркалах заднего вида. Не знаю, почему так на Qualcomm-ских процессорах всегда так. Имею в виду не топовых. Вот тут установлен Qualcomm 410, 64-ядерный, работающий на частоте 1,2 ГГц. По графике, ну вот, по окружающему миру неплохо. Прорисовка по плавности вообще супер, все очень плавно, но почему-то нет отображения в зеркалах заднего вида. Вот, игра вообще идет идеально по плавности. По графике минимальный уровень, не очень хорошая прорисовка машин, которая даже находится рядом. Вот это, как только ей стоит отъехать, сразу прорисовка падает этих машин, превращаются не в такие кляксы определенного цвета. Ну, по плавности, конечно, все замечательно, играть комфортно. Ну вот, если не учитывать то, что минимальный уровень графики. Вот. Так играть комфортно. Так, переходим к следующей игре. Это Dead Trigger 2. Запустим ее. Также оценим скорость загрузки, геймплей и графику. Загружается игра. Что ж, по графике это минимальный уровень, нет дополнительных элементов графики типа летающих элементов в воздухе, искрящихся фонарей, впрочем, урезанная графика, но по плавности замечательно, в принципе, ситуация очень схожа с Real Racing 3, по плавности замечательно, но по графике самый минимальный уровень, вот так, но играть комфортно, это главное, лучше пожертвовать графикой и играть без лагов, чем с глюками, как мы видели это, например, на примере GTA San Andreas в прошлом видео. Что ж, и последняя игра, Clash of Clans, не тяжелая, но популярная. Не такая тяжелая, как две предыдущие, по крайней мере. Запускается Clash of Clans. Запустилась игра, пока все замечательно, быстро. Никаких заметных лагов нет. В принципе, игра не требовательна к железу устройства. Что на бюджетных, что на средних ценовых категорий устройствах. Игра идет замечательно. Вот играть абсолютно комфортно. С этим замечательно.
Что ж, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!